Наши допоминальные дни в Одессе были перенесены на 6.06. Поэтому силами нашего ТКП СКБО в эти выходные по всем кладбищам ворота и этой калитки были закрыты, были установлены необходимые знаки и информационные таблички о переносе, и также везде дежурили наряды этой полиции и нашей муниципальной варты. Остановки по общественному по транспорту тоже были перенесены, поэтому за выходные никаких эксцессов не было, все было достаточно спокойно, люди относились с пониманием.